За ходом референдума в стране наблюдает 177 международных наблюдателей из 30 стран, а также от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств и совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нашей области в день референдума также работают представители коалиции общественных наблюдателей ДАОС. По их словам, к работе комиссии пока претензий не поступало. За открытостью и справедливым проведением референдума в области наблюдают представители гражданского общества и на 253 участках свыше 2000 наблюдателей республиканского общественного объединения «Коалиция наблюдателей ДАОС». С 7 утра жители делают свой выбор. По области никаких правонарушений не зарегистрировано.